Тогда в мае мы только закончили школу и пошли на первый курс. Аджара потом в Инстаграме нашла это объявление. Молодые девушки там с приятной внешностью на хорошую работу и так далее. Сперва она пошла туда и сказала, что вроде там просто в интернете нужно было там сидеть с кем-то, переписываться, показывать белье. Ну, ничего другого. Но зато обещали хорошие деньги. Так Мирим и Ажара сделали первый шаг в темный мир эксплуатации. Мы поговорили с многими мужчинами, которые нанимают модели, организуют съемки и общаются с клиентами. Большинство из них отказываются от видеоинтервью. Но один, назовем его Талай, согласился при условии, что мы не раскроем его личность. В студии, где я работаю, работает 30 девушек. Но только 5 из них нормально поднимают. А главное, модели нужно посадить на оклад. Вот, например, у нас одна согласилась на оклад 100 тысяч сом, но мы на ней зарабатываем 2 штуки баксов в неделю. По нашим данным, девушки не на зарплате теряют весомую часть дохода. Например, при заработке 8 тысяч долларов в месяц 30% этой суммы уходит на комиссионные веб-сайту, потом отчисление студии, и в итоге девушка получает в лучшем случае треть заработанного. Однако это все равно притягательная сумма для страны, где, по данным Мирового банка, почти треть населения живет за чертой бедности. Нужно находить неопытных, которые ничего не понимают в этом. Им просто отдаешь по 20, по 40 тысяч, и все, они работают. И я в основном беру приезжих. Мирим и Ажара родом из Бишкека. В какой-то момент они погрязли в долгах. Они боялись сказать родителям, что не могут заработать себе на жизнь, работая официантками. Работа в вебкам-студии казалась решением проблемы. Первый месяц я получала около 1000 долларов, а Ажара намного больше получала. У нее вышло что-то около 2000 долларов. Второй месяц тоже хорошо получили, а потом уже она что-то резко срезала и начала платить всего лишь 600 долларов и мне, и Аджаре. И вот тогда вот все началось. Когда мы начали конфликтовать, она сказала, что это сольет это видео в интернет. Подобные угрозы отнюдь не редки. Кроме того, часто угрожают разослать компрометирующие видео друзьям и родственникам девушек. Мирим говорит, менеджер ее студии сказала ей, что у нее есть телефон молодого человека Ажары. Ну, Ажара упертая такая. Она говорила, что нет у нее номера, она просто блефует. Я не знаю, как она это сделала, но оказалось, что у нее были все контакты с телефона Ажары. Ну, наверное, она где-то скачала каким-то образом, а потом она отправила несколько видео ему на WhatsApp. Ну, в общем, они очень сильно поругались. Ушел мин слеш пайгалышты. Ажара айвай стресс болып жүрдү. Я пыталась ее успокоить, поговорить с ней, но в то же время сама тоже страшно боялась. А что, если вдруг мои фотографии или там видео также сольют? Я же не знала, что она смогла как-то это отправить моим родителям или знакомым. Я удалила все свои контакты, все свои страницы со всех этих Инстаграм, Фейсбук, вот это все. ВКонтакте, даже телефон поменяла, симку другую. Долго не разговаривала с Аджарой, а потом, когда решилась позвонить и встретилась с ней, я практически ее не узнала. Она была такая потерянная, уставшая.
Летом, когда мы были на Исыкуле, мои родители сказали, что Аджар повесилась. Вот так ее похоронили. Представляете, ей было всего лишь 19. Мирима и Ажара решили не обращаться в полицию. Они боялись разоблачения. До сих пор их друзья и родственники не знают, что с ними произошло. Подобных историй немало. Нет еще, да? Александра Титова, журналист кыргызстанского новостного проекта «Клоп». Они не хотят терять хороших моделей, у которых есть уже своя аудитория. До меня дошла история, что одна девушка покончила с собой, потому что она не могла вынести этого давления. А ей говорили, там, покажем родителям, брату. А общество называет себя традициональным и старается постоянно навязывать им свои стандарты. И если ты отходишь от этой рамки, ты никто, ничто, и тебя можно уничтожить. Титова несколько месяцев освещала эту историю и обнаружила группы в Телеграм, в которых молодые мужчины пытаются установить личность девушек, работающих в вебкам-студиях. Их цель – шантаж. В каждой такой группе состоят тысячи мужчин. Большинство скрывают свою личность под псевдонимом. О деятельности этих групп рассказывается в фильме киргизского документалиста Азиата Жекшеева. Айрымучуларда? В некоторых случаях, я не могу утверждать за все случаи, это те самые люди, которые контролируют этот бизнес. То есть люди, у которых есть доступ на все видео и фотоматериалы, люди, организовавшие студии, сами и сливают в телеграм-каналы, тем самым запугивая непослушных. В фильме упоминается Даниэль Ажиев. Он был арестован за организацию вебкам-студии в своей квартире. Его обвинили в шантаже и оштрафовали на $350 за изготовление и сбыт порнографических материалов. Кыргызстанская полиция регулярно отчитывается о рейдах по так называемым порно-студиям, по результатам которых девушкам и видеооператорам выписываются небольшие штрафы. Три разных источника сказали нам, что владельцы таких студий находятся под протекцией высокопоставленных лиц. Лучше, если у тебя есть крыша в финполе тоже, потому что если нет легального бизнеса, и финпол заметит переводы на твой счет, а там каждую неделю переводится по 10, по 12 штук, то сразу начнут проверять. В судах несколько раз рассматривались дела о шантаже. В большинстве случаев стороны заключили внесудебное соглашение. В нескольких случаях суд приговорил обвиняемых к штрафу или условному сроку. Согласно материалам одного из судебных дел, однажды обвиняемый установил личность одной из девушек через группу в Телеграм, а потом шантажом добивался от нее сексуальных услуг. Он получил штраф и 2,5 года общественных работ. Эти мужчины молодые, которые добавлялись в эту группу, они устроили настоящий бизнес. Бизнес по вылавливанию девушек с этих сайтов. Я нашла нескольких героинь, которые сказали, что они боялись просто обратиться в милицию, потому что были предпосылки к тому, что и некоторые милиции чаще всего там тянут деньги с этих девушек, потому что они сами становятся в этот круг насильников. Киргизские официальные лица отказались отвечать в формате видеоинтервью на вопросы журналиста «Радио Свобода» о возможной протекции вебкам-индустрии со стороны правоохранительных органов. При этом Министерство внутренних дел выпустило текстовое и аудиозаявление. Вебкам-студии в основном зарегистрированы на территории города Бишкек. Министерство внутренних дел совместно с другими органами ведет постоянную работу по выявлению новых студий. Касательно того, что сотрудники милиции имеют отношение к работе студий, то такая информация не нашла подтверждения. Если будут выявлены такие случаи, службой внутреннего расследования будет проведено соответствующее расследование, об итогах которого министерство обязательно проинформирует общественность. Я сейчас специально в Телеграм захожу постоянно под разными никами, и смотрю вот эти все группы постоянно и пытаюсь тоже писать. Ну, не знаю, вот людей уговорить всех, чтобы они такие фотографии и видео не опубликовали.
том, что они же играют с жизнью других людей. Мирим говорит, что уже 2 года не работает в вебкам-студии, но ее до сих пор преследует страх, что ее прошлое выплывет наружу. Без блокировок и цензуры подпишись на телеграм-канал «Настоящего времени» и будь в курсе последних новостей и важных событий.